вы сейчас увидите, не видел никогда никто, кроме тех, кто приходит в Дом кино. Это «Капустник» 2005 года, это дайджест, это собрание капустников, снятых с 1991 года, 1986 по-моему, года, до 2005. Многое, конечно, уже ушло, но вы поймете, что такое кинокапустник, и дай вам Бог провести хорошо остаток времени, он идет всего 10 минут, мне будет приятно, если вы получите от этого удовольствие. Извините, если я был многословен, спасибо вам за внимание, но посмотрите и, повторяю, увидите то, что никогда не видел никто. Вам спасибо, спас и вас. Сейчас в нос закапаю, дальше полетим.